Дев Коват. Постричь кого-то, так говорят в Сенегале про следующую ситуацию на футбольном поле. Защитник стал на пути у нападающего, а тот, недолго думая, изящно перекидывает мяч через его голову, буквально срезает ему какой-то слой, как будто стрижет. В русском футболе так говорят закинуть мяч за шиворот. В Кении говорят наступить на змею. Это когда мяч перед нападающим. С виду 100% гол. Проще забить, чем не попасть. В это сложно поверить, но бывают такие ситуации, когда гол не удается забить. И про такое говорят. Он наступил на змею, то есть не смог хорошо ударить. Добавим в футбол немного специй, а именно мускатный орех. Мускатный орех, салат, так говорят на Ямайке, это когда следующая ситуация. Полузащитник протянул мяч практически через половину поля, когда у него на пути становится защитник уже противоположной команды. В этот момент виртуоз буквально пробрасывает мяч у него между ног и снова перехватывает за спиной. Говорят, пустил мускатный орех. В Голландии в ходу такой термин, как пылесос. Это работа опорного полузащитника. В его задачу входит почищать огрехи и возвращать мяч партнерам. Каждой команде нужен такой пылесос, чтобы содержать свою центральную зону в полном порядке. В Испании на некоторых членов футбольной команды говорят «армарио», что значит «шкаф». Но это не говорит о том, что человек стоит как вкопанный, как шкаф на футбольном поле. Это говорит о том, что он настоящий громила и верзила. И если такой армарио на позиции центрального защитника, то команде, которая обороняется, а мяч мечется по штрафной, ничего не грозит. Такой армарио никого не пропустит и не даст забить. Ловец бабочек. Это выражение к нам пришло из венгерского футбола. Так говорят о навесе в штрафную. По идее, мяч должен был стать легкой защитой вратаря, но это кошмарный сон голкипера. Пропустил мяч? Ну все, получай прозвище «ловец бабочек».